Последние приготовления. Еще раз прогнать сценарий, загримироваться и на сцену. В этот раз среди артистов народного театрального коллектива «Т-ВИД» чувствовалось волнение. И впервые предстояло выйти на сцену не ставшего уже родным Дома культуры, а нового для них зала – кинотеатра «Искра». Мы волнуемся. У нас, во-первых, две дебютантки. Во-вторых, неизвестный зал. Мы играем не у себя в ДК, а играем в «Искре». Другой звук, другая атмосфера, другая обстановка, другая сцена. Мало репетиций было, поэтому так волнительно. Актерская мудрость. Забыл слова? Импровизируй. Только не дай понять зрителю, что что-то пошло не так. И справившись с волнением, они выходят на сцену, чтобы в очередной раз порадовать видновчан премьерой. Выбор режиссера театра Ларисы Гейлис пал на комедию Антона Финка «Голубцы по объявлению», рассказывающую о коллизии в семейных отношениях. Измученная поведением мужа жена решает не выгонять его на улицу, а дает объявление о том, что отдаст супруга в хорошую руки. К женщине начинают приходить претендентки, а затем и претендент на освободившееся место хозяина в доме. Муж, в свою очередь, пытается в этом доме остаться и пересмотреть взгляды на жизнь и отношения. Полтора часа смеха. Как говорят сами актеры, мы хотим, чтобы люди на этом спектакле могли просто посмеяться, может, даже над собой. В героях многие могли узнать себя. Мне очень нравится наш театр. Он стал такой родной, так народный, да, он театр. Спектакли у него всегда хорошие, и этот стал не исключением. Несмотря на то, что «Т-ВИД» – театр народный, и играют в нем люди совершенно разных профессий, зачастую далеко не творческих, уровень профессионализма достаточно высокий. А главное – это любимый театральный коллектив жителей Ленинского района, которому в этом году осенью исполнится 40 лет. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».